Придется платить. Тем, кто отстроил дом в два этажа, оплатят как за домишко с туалетом на улице и одной раковиной. Водоканал разослал уведомление владельцам частных домов, которые не поставили счетчики на воду, как это требует закон с 2012 года. В уведомлениях сказано, что в случае, когда нет сведений о благоустройстве дома, будет применен норматив 4,5 куба на человека в месяц, что в полтора раза превышает норматив, применяемый ранее. При выверке базы выявилось, что 10 примерно процентов домовладений, это порядка 1500 частных домов, не выполнили требования федерального закона и не установили прибор учета, что должны были сделать за свой счет еще до 1 января 2012 года. Самое простое – поставить счетчик на воду и платить за потребленный ресурс. Если же по каким-либо причинам домовладелец не хочет или не может этого сделать, ему надо подтвердить категорию дома. Группа контроля водоканала выйдет на место по заявлению владельца и составит акт. А количество проживающих подтвердит выписка из домовой книги. И мы, кстати, сверили нашу базу с газовой службой, с Мособлгазом. У нас есть полная информация по домам, которые газифицированы. Поэтому здесь, ну, думаю, секретов-то нет. Просто, ну, хотелось, чтобы люди сами пришли и согласовали с нами свои вот виды удобств и количество услуг, которые они потребляют. Логика проста. Если есть газ, есть отопление, горячая вода и наверняка стиральная машина, а может и банька, а у некоторых и бассейн. До 1 марта водоканал предлагает жителям частных домов, в которых нет счетчика на воду, узаконить отношения с ресурсоснабжающей организацией. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных, программа «События».